Доброе утро! Сегодня 15 марта и с вами Камила Хакимуллина. Начнем нашу рубрику с двух абсолютно разных, но одинаково любимых поклонниками концертов. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! Эл-Джей выступит сегодня для вас в Корстоне. Молодой и харизматичный убийца битов не только приковывает внимание сотен тысяч подписчиков в социальных сетях, но и пожинает плоды своего успеха в виде масштабных туров по стране. Его музыку считают наиболее актуальной на данном этапе развития электронного звучания. Клифф Джонс и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Искренний артистизм американского вокалиста Клива Джонса унесет зрителя в увлекательное путешествие в мир музыки. Тембр и вокальные данные певца дают ему возможность исполнять композиции в различных стилях – джаз, ритм и блюз, блюз и фанк. Советую вам не пропустить эти музыкальные события. Они, я уверена, вас точно порадуют. Но это еще не все. Есть у меня еще для вас пара интересных событий, которые вы точно не сможете пропустить. Смотрим! Глумов. Современная история в двух действиях. Назвав спектакль именем главного персонажа пьесы, режиссер Александр Славутский выстраивает сюжет как остроумную историю о герое нашего времени, ведущую игру чужими жизнями и собственной душой. Тренинг «Безжалостный менеджмент». Успешный предприниматель Андрей Парабеллум, как убежденный сторонник практических навыков, расскажет, как повысить эффективность кадров, как не захлебнуться в рутине и текучке бизнеса. Главное, как найти дело, приносящее реальный доход. Встреча будет полезна как успешным бизнесменам, так и начинающим предпринимателям. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!